На плацу военнослужащие 111-й гвардейской артиллерийской бригады 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы. Это офицеры и солдаты, те, кто уже отслужили первое полугодие, и новобранцы, которые во время весеннего призыва этого года пополнили ряды вооруженных сил. Все военнослужащие, они уже прошли цикл обучения в первом полугодии, который завершился проведением полевого выхода, проведением контрольных занятий, сдачей этих контрольных занятий. И тем самым учебное полугодие первое закончилось. Первое учебное полугодие бригада успешно справилась с поставленными задачами, добилась очень хороших результатов. Сегодня военнослужащим будут поставлены задачи на второе учебное полугодие. Это будет категорично только наращивание усилий и показать отличные результаты по итогам уже по завершению всего года. На трибуне руководства части ветераны-священнослужители. Они обратились с напутственными словами к солдатам. Также священнослужители осветили строй. В торжественной обстановке военнослужащим, которые приняли присягу и недавно пополнили ряды части, вручили табельное оружие. Их закрепят за обеспечение вооружением военной специальной техники, на которой будут проходить службу. Служится, в принципе, хорошо. Коллектив отличный, начальство хорошее, понимающее. Я закончил Брестский политехнический колледж. Призвали, получается, на срочную службу. Пошел по контракту в 111-ю часть. Научились очень многому по машинам, очень много выучили, научились по боевой подготовке, по строевой, очень много чего выучили. Во втором полугодии военнослужащих своя программа. Это и плановые выходы на полигон, и внеплановая проверка боеготовности, контрольные занятия.